Странные вещи, ребята, в последнее время происходят. Вчера я выложил ролик, как мне упала икона, и не прошло и дня, я даже скажу вам даже больше, в то время, когда я выкладывал ролик с иконой, мне выпала еще одна икона. Я не понимаю, что происходит. И упала она мне, ребята, с первого пака. С первого пака! Происходит! Я опять поймал икону! Я только, блядь, недавно выпустил видос, где я ловил икону, и тут снова на тебе. И я опять сижу, открываю на отъебись, это первый пак! Первый пак я только что задонатил, алё! Ё-моё, я даже свет не включал, даже не готовился ни к чему. Чё это такое? Что за подкрутка, накрутка? Я просто сел пооткрывать пакцы. Эрнандес, здорово, очень крутые статы. Очередные 500 тысяч. Ой, бля, что происходит? Аргентина, может быть, Месси подгоните? Ну ладно, ладно, я уже немного зажрался, наверное, вы скажете. Всё-таки, как позитивно сыграл тот момент, то, что я не играл в Weekend League, вот что бывает. Я реально до сих пор не могу поверить. Как так получается? За что мне это всё? Эмоция, конечно, была у меня максимально странная. Наверное, некоторые думают, что я уже зажрался, знаете. Сегодня икона, завтра снова икона. Сидит такой, в иконах купается. О, это Пепе. Это Пепе, это минимум двадцаточка или тридцаточка. Я не помню, сколько молодой человек стоит, но это тоже довольно-таки неплохо. Англия, ПЗ, давай. Нет, это форвард. Да ладно, два пака подряд. Два бага подряд, что это за подкрутка от eSports? Просто мне падает Пепе, который стоит 30 тысяч. В следующем паке форвард Решфорд. Это типа на пандос собирай себе АПЛочку или что, и Лингард. Гиперлинк из Манчестер Юнайтед. 60 тысяч стоит Решфорд, 50. Это Англия снова Решфорд? Да нет. Я не знаю, как это работает, это просто какая-то херня. Снова падает Решфорд, снова 50 кусков на ровном месте. EA Sports, что вы делаете? Я вообще без понятия. Зачем? К чему? Почему? Почему я? Слишком подозрительная щедрость от EA Sports. Итак, перед тем, как начать, соответственно, тестить нашу новую пойманную икону, завезли нам тут 5 пакетиков по 350 инфопоинтов. Почему бы и нет, как говорится. Так, это вроде как информ. Аргентинец. Форвард. Кто это? А, Мартинес. Это даже уолкаут был. Вау. Слушайте, ребята, у меня аттракцион невиданной щедрости продолжается от EA Sports. Что вообще, блядь, происходит в последнее время на моем аккаунте? Просто сыпят и сыпят. Сколько Мартинес стоит? Ну, не так много, двадцатку, но все равно приятно. Что надо? Можешь пак открыть? Лапой давай. Раз ты так настаиваешь, давай попробуем лапой твой открыть пакетик. Вол. Каут. Вол. Каут. О! Еще один прикол подлетел. 85-й Александров в паке за 150 фапоинтов. Ни единой мысли нет, почему так получается. Слишком крутой дроп. Возможно, это связано с тем, что у меня скоро день рождения. Александров стоит 70 штук. Охренеть, я не понимаю. Меня уже даже не удивляет, знаете, типа такой падает. Классный игрок такой, я уже привык, зажался парень. Ну, реально, посудите, за последнее время упало два кумира, упало два Решфорда, упал Пепе, упал Информ, сейчас Сандра еще упал. Да, странное дерьмо происходит. Под этот выпуск я собрал странный такой специфический состав. 4 викинг-лиговские, блять, карточки. Сложно было произнести. Поставил Карлоса Веллу, которую я собрал, ни разу не играл. Шутинг 8-7, интересно будет посмотреть. Ну и, соответственно, челик, который я поймал, Эрнандес, статы у него более чем крутые. 4 на финтах, 3 на слабо. В общем-то, пойдемте тестить этого парня. Первый и последний соперник на сегодня, так как было много пакетиков, я думаю, что одного матча будет вполне достаточно. Тут такой крепенький, солидный гибридец у нас получается. Катайте, это нормально, заебумба? Заебись, вода. Полетели, ребята. Будем тестить Эрнандеса. Так, финтюшки он делать умеет, уже неплохо. Так, Карлос Валя забегает. Там дальше Далглиш хорошо открылся, но это гол должен быть. Да, это 1-0. Изичный гадешник от Далглиша. Кстати, очень крутой челик, всем рекомендую, у кого 5000 миллиардов монет. Хорошо цепляется за мяч, чекайте. Так, Далглиш. Блин, ну я не хотел за Далглиша забивать, я хочу конкретно потестить удары Эрнандеса. Хотя это, возможно, мне потом боком вернется, потому что надо было забивать. Да, блядь. Вот я был уверен, что идеально, прям вот идеально, миллиметр в миллиметр отскочит этому блядскому Коману. Ну куда еще мог, голкипер мог отбить его? Так, Велла, полетел, полетел. Здесь дальше на Эрнандеса, хорош. И в ближний. На! Ну, добей! Как
как там мяч не залетел, отскочил от защитника в штангу. Просто пинбол 3000 какой-то происходил. Давай, Эрнандес, ты должен оторваться. Лети, бро. Здесь вот так вот стопим. И в дальний. Я не знаю, что с этими автоблокираторами делать, которые стелятся каждый раз после твоего удара. Так, ну это фол. Ну давайте сам пострадавший постарается реализовать этот момент. Ой, хорошо-то мяч летел. Типикал матч FIFA. У меня получается у соперника два удара. Я не знаю, когда он успел второй удар нанести. Я уже забыл, когда у меня последний раз были обычные матчи, где я просто на изи раскатываю кого-то. Каждый матч это какая-то гребаная пытка. И пытка не в плане того, что у меня соперник сильно, а игра постоянно машинит, какие-то приколюхи подбрасывает. Азил мне забивает, бог ты мой, Азил, блядь. Соперник хорош, чисто на скиллухе выносит. Естественно, у человека будет смотреть все 30 тысяч повторов, радоваться. Давай, братан, отличный Азил, моделька прекрасная. А, это скрим-карточка еще, ну ладно, хорошо. Скрим-карточка, в принципе, такое можешь сделать. Так, ну что, киковчик, подкинуть мне киков или нет? Ты себе ногу не сломал, бедолага, блядь. Я не знаю, как так отвратительно можно было ударить, блядь. У меня ощущение, что я в какой-то момент просто разучился играть в эту игру, серьезно. Так, мистер. Хорош, Эрнандес, пустые забил. Не зря, ребята, легенду я хотел сказать купил, но ее не покупал. Она всего-то навсего упала мне в паке. Да, я тоже немного под Денсию. В этом матче я намерен побеждать. Момент. Карлос Вела, у него левая нога рабочая, но прям в Льориса херачит. А пока у нас пауза, ребята, я по традиции попрошу вас подписаться на этот канал, поставить абсолютно бесплатнейший лайк и оставить любой комментарий. Как вы знаете, классные комментарии я лайкаю, поэтому будь классным. Халк! Nope. Блять, ну Халк, ну ты мог сейчас все зарешать. Халк мне вообще, ребята, не нравится. Не знаю, что-то он мне прям вообще не заходит. Эрнандес, кто... Я не знаю, кто это ударил, но это просто пиздец, блять. Как так плохо можно было ударить вообще? Так. Ой. Хусь пиздой, что я могу сказать? Опять моя любимая херня началась. Ну вы посмотрите. Ну что это такое? Ну блять. Что это за слоу-мошн спецэффекты? Я не знаю, может это специально было добавлено, чтобы я насладился этой прекрасной картинкой, блять. Этими прекрасными переходами, блять. Статистика просто, ну да, ничего говорить не буду. Вы все равно напишите, что я просто играть не умею. Ну вот вы верите вот в такую физику мяча? Ну вы посмотрите. Вот просто в слоу-мошн я вам показываю. Вы верите в такую физику мяча? Не, ну тут видно четко, как мяч меняет свое направление. И это никак не связано с тем, что мяч стукнулся об перчатку. Но это так не по физике, так нереалистично выглядит. Он даже перчатки не коснулся. Вы посмотрите, в последнюю секунду еще меняется расположение руки Льориса. Вы посмотрите. О, видите? Рука немножко вздрогнула, и мяч по какой-то невероятной траектории полетел. И куда он мог полететь? Никак. Никуда-либо еще в другое место. Идеально Коману, которого, естественно, по... прекрасному сечению обстоятельств никто не держит. Я на это могу смотреть вечно. Не знаю, как вы. А где тот легендарный момент, когда мяч с линии прям вынесли? Его, конечно же, не будет. 21 век. Мы не можем посмотреть фул повтор матча. Только потому, что так велели EA Sports. Ну да, состав, конечно, я такой себе собрал. Два ассиста Вэлла дал. Ладно, хорошо, к тебе вопросов нет. Эрнандес забил один гол. Я, конечно, понимаю, что по одному матчу судить нельзя, но играть я за него вряд ли буду. Это приятный бонус. Типа 500 тысяч. Буквально вот с два дня мне упало где-то на лям 200 на лям 300 футболистов. То есть сами футбики, возможно, кто-то скажет, такие себе, но суммарно они составляют как бы это, нормальную такую сумму. Около 600 тысяч стоит Эрнандес. Соответственно, я его выставляю, и у меня на аккаунте будет лям с хером. Я вот думаю, кого прикупить в свой составчик. А, в общем-то, я думаю над бэби-версией Вера. Ну, или же Гули там. Гули стоит даже дешевле, прошу заметить. А, в общем-то, ребята, такие дела. Такой вот дроп. С вами был я, PandaFX. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И 1 числа у меня будет стрим. Как обычно, собираются фиферы, все дела. И теперь я вот не знаю, на какой платформе все это дело стримить. Вы можете написать в комментариях, где вы больше хотите увидеть этот стрим. На YouTube или же на Twitch. Всех люблю, обнимаю. Всем желаю таких же классных дропов. И всем хорошего настроения. Пока.